Отлично. Нет, так, если так задумано было, нормально. Если так не задумал, переходим. 18-8, Кость. В правильную точку, зрячий, нормально. Получилось. Ну надо. Вот после игры расскажешь. В линию, да? 19-8. Линия — это поле. Да, Ирыч? Не надо, поле было, поле! Какое поле, а? Блин. Ну можешь второй мяч. Ну твой второй, Кость, ну если я спокойно могу сразу сыграть. Отлично, Дим. Ё, блин. Девять 19. Костя, все нормально, я его слышу. У меня же деменция, а не глухота. Аут, почти. Поле, к сожалению. Показа. Поле, поле, поле. Нормально, нормально. Ян, это не твой, нормально. Это не Яна. Это не Яна. Яна принимает, если зависает что-то под сеткой. Это нормальный Женин мяч. 10-19. Просто чуть внимательнее. Ближе ко мне, вот сюда чуть. Не-не-не, стоп. Секунду, Лёш. Одну секунду. Просто при приеме вообще она практически должна почти за полем находиться. Почти. Не закрывать. Вот. Ты не будешь видеть. Вот, вот где-то вот твоя позиция на прием. Где-то здесь. Да. Вот и все. 10-19. Костя. А это облачок. 20-10. О, хорошо, не жарко еще. Отличная погода. Это хорошо. Жека, отлично. Опять не пригибаешь. Вообще не пригибаешь. Да, прыжок отличный, высокий. 21-10. А это отличный прием. 22-10. Поле. 23-10. Четко в линию попал. Аут. 24-10. Мальчик, мяч подай. Что, не узнаешь, блин? Ага, 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 старый уже, блин. Здорово. Вторник, четверг здесь всегда играем. Вторник, четверг, 6:30 здесь. Старайся. Нет, еще. Еще бочко. Это приемчик, пасик на Костю, и Костя решает. Отлично, они борются. Отлично, от сеточки. Пока нет. 11-24, принимаем. Принимаем. Хорошо. Не-не-не. Не-не, ну, под, стоп, стоп. 12! А вот это Герен Четкин. Сразу. Хорошо, Гер. Партия. Ирыч, молодец, но я был готов уже здесь. Я понял, блядь. Так, 25-12, переходим. Так, давайте.